Приехала. Доченька моя сладкая. Ты к тете Хати Джей ездила? Ну да. Просила тебя поцеловать. Эсма, Нилюфер здесь? Госпожа моя. А. Эсма, отведи Мехримах в детскую. Ну, где тетрадь? Куда ты ее положила? Тебя никто не видел. Госпожа, тетради там нет. Как это нет? Ты смотрела там, где я указала? Как вы сказали, я тотчас же побежала туда и все обыскала. Только ее нет. Что ты заладила? Нет, нет. Клянусь, я не виновата, госпожа. Тетради не было. О, Аллах, только не это. Ты знаешь, что будет, если эта тетрадь попадет кому-нибудь в руки? Если ее кто-то увидит? Пойми, они меня уничтожат. Наверное, ее кто-то нашел раньше. Иди, найди мне Гюлягу. Сейчас же! Как же? Мустафа. Да пошлет тебе Аллах долгих лет жизни. Не будь тебя, что бы я делала. А как тетя? Она от тоски заболела? Скорее всего, да. Ну, ступай внутрь, а то замерзнешь. С приездом, госпожа. А я вас ждала в ваших покоях. Что-то случилось? Вот это я нашла в саду. На лужайке перед балконом. Что это? Я не знаю. Думаю, это с Хюрем как-то связано. Я там Нилюфер встретила ее служанку. Она как помешанная что-то искала. Я спросила, что, но она не сказала. Написано все по-русски. Ну а Хюрем как раз русская. Если ее служанка искала именно это, здесь должно быть что-то важное. Смотри, девочка, ты по полу волочишь, видишь, развалилась. И ты! Внимательней, пожалуйста! А ты что здесь разлеглась? Надо же, какая смышленая. Все пусть работают, а ты полежишь. Что придумала? У меня совсем сил нет, я болею. Если ты больна, то постель постели и немедленно ложись спать. Здесь тебе не постоялый двор, а гарем. Давай. Гюляга. Что с тобой? Ты какая-то бледная. Хюрем Султан вас зовет. К моему приходу здесь все должно быть закончено. Вам понятно? Госпожа, вы меня звали. Я как раз собирался закончить дела и прийти. Послушай меня. Ты случайно не видел у девушек в гареме какую-нибудь тетрадь? Не видел, госпожа. Могу поискать. Ты уж поищи. В тетради секретные записи. Она не должна попасть никому в руки. Гюляга, сделай все, что угодно, но найди ее мне. Спальню общую обыщи. Можешь евнухов спросить? Гюляга, если ты сможешь найти мне эту тетрадь, получишь от меня очень щедрую награду. Вы не волнуйтесь так, госпожа. Я каждый уголочек обыщу.